Я Чалая Ксения, ученица 7-го Б-класса основной средней школы мелькомбината Ескандинского района области ЖТСУ. Используя модель кубика Рубика, вопросы кубика Блума и цветовую гамму Эдварда Де Боно, расскажу о профилактике буллинга. Почему я выбрала данную тему? Проблема буллинга является актуальной во всем мире. Ежегодно буллингу подвергается большое количество несовершеннолетних. Буллинг – это проявление агрессии, направленной к одному и тому же человеку. Это издевательство, травля. Буллинг включает в себя несколько видов насилия – эмоциональное, физическое, кибербуллинг и другие. Объясню вам, чем опасен буллинг. Это депрессия, низкая самооценка, потеря интереса к учебе, апатия. И это все страшные последствия буллинга. Не всегда окружающие могут предложить помощь пострадавшему от буллинга, оставляя его наедине со своей проблемой. Они не понимают, как же это опасно. А ученики нашей школы всегда предлагают помощь друг другу. Мы никогда не пройдем мимо. Запомните, из любой ситуации есть выход. Вместе с нашим педагогом-психологом и классным руководителем мы придумываем разные идеи против борьбы с буллингом. Открытые уроки, классные часы, дебаты, конкурсы, которые нам помогают создать благоприятный психологический климат и безопасную образовательную среду. Я и мои одноклассники вкратце рассказали вам о профилактике буллинга в нашей школе. Я президент школьного парламента, пропагандирую среди учащихся нашей школы доброжелательные отношения друг к другу. Мы за дружбу и взаимопонимание. Мы дети Казахстана в мире без границ. Мы против буллинга!